В городскую администрацию, значит, пришла жалоба. Мужчина жалуется. Из моего окна квартиры видна женская баня. И это отвлекает меня. Ну и вообще очень пагубно влияет на мой моральный облик. Ну, значит, прошу выдать мне новую квартиру. Назначили, значит, в администрации комиссию. Пришла комиссия, смотрит в окно. Ничего же не видно. А ты кого на шкаф залезьте? Ну, значит, представитель залез на шкаф. Все равно ничего не видно. Вы левее двигайтесь. Двинулся. Ну, все равно не видно. Ну, еще левее. Тут двигался и упал со шкафа. Мужик ему говорит: вот видишь, а я так каждый день.